Всем привет, с вами снова Виктор Балец. Сегодня очень интересный вопрос. Что такое любовь? Многие люди дискутируют на этот счет и не могут найти до конца так ответа, потому что любовь, она многогранна, как алмаз. У нее очень много сторон, которые все блестят, все такие прекрасные. Любовь просто так невозможно описать, потому что вся вселенная, она построена на любви. И вот одно из такое маленькое высказывание я как-то где-то прочитал, и меня это затронуло до глубины души. Там было сказано, что любовь – это когда, находясь с ним рядом, будь это ребенок, будь это твой парень, будь это твоя девушка, твоя женщина, твоя мама, хоть кто, все равно твой ближний. Значит, любовь – это когда, находясь с ним рядом, с твоим ближним, близким человеком, ты начинаешь любить себя. Наверное, в этом тоже заключается очень большой смысл. Если ты, находясь с кем-то, начинаешь любить себя, уважать себя, то значит, между вами есть любовь. Вот между тобой и этим человеком, который возле тебя. Задумайся над этим и сегодня попробуй применить это в твоей жизни. Если ты, находясь с кем-то рядом, начинаешь любить себя, значит, между тобой и этим человеком существует такая приятная, хорошая связь, можно которую назвать любовь. Она многогранна, она не обязательно любовь такая, вот как между мужем и женой. Любовь может быть просто любовь к ближним, к тем людям, которые окружают тебя. Так что еще раз, задание на день. Посмотри и прочувствуй эту любовь, находясь рядом с каждым из человеком, которого ты сегодня встретишь. А с вами был, как всегда, Виктор Балец. Запишись, пожалуйста, на мои видео. Хорошего тебе дня. Пока-пока.